Эти два аккорда будут теперь звучать всегда, даже когда вы состаритесь, дамы и господа, даже когда ваши внуки состарятся и правнуки тоже, они всегда будут такими же на себя похожими, пока я их не выключу и это не прерву. Да, друзья, это true, я сейчас разорву этот зал своим невероятно мощным битом. Стой и слушай его сейчас, как бы избитым. Мне казалось, тебе это звучание бум-бэпа 90-х, я это сделаю, ведь это достаточно просто. Пожалуй, хэт добавлю я еще. Так гораздо более горячо. Но тем не менее, чего-то не хватает пока что. Я уверен, что и для эльенов, и для латышских граждан это невероятно круто зайдет. Дамы и господа, я хотел бы, чтобы весь народ наконец-то понял, что я обладатель самого мощного баса. Все, это правда, кончились прекрасно. Нифига себе три ноты, нифига себе три ноты, какой живот колбасит низкие частоты. Кишечник сразу попросился наружу, и тебе хочется уйти отсюда и сторгнуть из себя свой ужин. Не надо было перед концертом так наедаться, это была большая ошибка, сестрицы и братцы. Итак, вкратце я вам рассказал, как дело обстоит, а теперь я наконец-то выключу этот уродский бит. Сейчас я еще немного помолчу и обратно нахуй его включу. Огромная аранжировка, поэтому я сейчас под эту хуёвскую минусовку еще поиграю вам немножко сейчас на пианино. В поддержку Украины, в поддержку Украины. Возможно, упоминать об этом не кстати, но в Российской Федерации Нойз МС это гребаный предатель, который почему-то уехал, зачесался в жопе, и теперь выступает в этой ебучей Европе. И почему-то назад и спешит за решетку. Что-то у него с позицией там нечетко, а что-то не хочет на нарах посидеть вместо гитары. Что тебя мучают путинские кошмары? Ну да, немножко мучают, и причем иногда по ночам. И если честно, я в этот бит вообще не включал. Какая-то параша, вот по нему сразу заметно битву Made in Russia. Но тем не менее, мы сейчас его потише сделаем, ребята, а потом снова плясать будет до упада. Вот я сейчас опять ручки громкости настроил и готов почувствовать перед вами себя рок-героем, и рэп-героем, и регги-героем, и поп-героем, и шансон. Короче, браза, камон, пока я не положил микрофон, будет это продолжаться, но наконец-то надо песню уже спеть, наконец-то, братцы. И песню далее. Звучащая на этом мероприятии носит название «Песня предателя».